В городе участились случаи порчи автомобилей. Жителю дома 17 на улице Бессарабенко неизвестные повредили машину. Мужчина проснулся от звука сигнализации. Когда вышел посмотреть, что с ней, злоумышленника уже не было. При неизвестных обстоятельствах была повреждена автомашина «Лада Калина», припаркованная у дома 17 по улице Бессарабенко. На автомобиле вмятина на крыше, а также разбита стекло со стороны водителя. Между сотрудниками одной из организаций по адресу Московская, 16, возник конфликт. Двое мужчин решили выяснить отношения. В результате потасовки один из них ударил другого по лицу. Пострадавший обратился в полицию. У заявителя ушиб мягких тканей лица. Гражданин П в ходе конфликта нанес два удара кулаком по лицу. Они не пьяные, не соседи, там какой-то офис находится в этом доме по Московской. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 113 нарушений правил дорожного движения. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители оштрафовали 12 велосипедистов, 9 из них в рамках акции «Велостоп». Сотрудники полиции несли службу на пешеходных переходах, на перекрестках и на основных магистралях, где чаще всего у нас ездят велосипедисты. За день составлено 22 протокола административных. Вот, из них 9 велосипедистов. Но что касается вот иных нарушений правил дорожного движения, то вот в этом рейде выявлялись такие правонарушения, как управление с пленкой, которое не соответствует требованиям технического регламента. Значит, кроме того, один пешеход был оштрафован за переход в неустановленном месте. На этой неделе автоинспекторы проведут рейды по нарушениям правил дорожного движения велосипедистами и выявлению нетрезвых водителей. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.